Предупреждаем, программа не содержит ненормативную лексику, все имена и события в ней не вымышлены, все совпадения не случайны. Так, я что-то не поняла. А где мое музыкальное сопровождение? Ну-ка, все вместе. Оле, 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 оле. Друзья, всех с праздником. С Днем ворот, меча и 11 парней в шортах. И это, кстати, не я придумала, а она. О, он. Понимаешь ли? Ну что, друзья, пора забивать свой первый гол. Ну, в смысле, начинать первый сюжет. Да, еще, друзья, очень важная информация. Все, что вы сейчас увидите, не принимайте близко к сердцу. Нам не безразлично ваше здоровье. Целая неделя прошла, проголодались, но вот вам третья порция борща. Угощайтесь! Не спать, не спать, не спать. Четким пацанам сегодня хочется плясать. А многие люди приходят в ужасное замешательство, когда слышат в конце предложения не то, что они хотели бы борщ. Я борщ? Кто борщ? Я борщ. Они в щи просто! И снова мы у плиты. Программа «В отрыве» клуб «Казанова» подготовил новые ингредиенты для борща. Прежде чем я назову имена этих жертв, участников, напомню правила интерактива. Вконтакте в группе «Борщ» мы представляем трех тульских звезд, ну а вы придумываете для них задание. Ну а если кто-то отказывается от квеста, его автор получает четвертый iPod. И сейчас, друзья, под ваш борт аплодисменты выйдет мисс Толли. Прекрасная девушка с проспекта Комсомолка. В ней нет навигатора, но она всегда шагает точно вперед. Она наизусть знает каждую серию Гарри Поттера, не верит в Деда Мороза, но доверяет экстрасенсам. Она знает, где на кухне лежит нож, кастрюля, приправы и даже умеет всем этим управлять. Это мисс Тула Мария Трусова. Из мужской футболки сделать красивый наряд и одеть его на себя. Когда тебя не было, милый, что-то происходило, точно происходило, но что не помню в упор. Когда тебя не было, милый, я ходила тут и скулила, и прошлась бы по всем магазинам. Не жалко тебе кофту свою? Для нее нет. Ну что ты теперь с ней будешь делать? Выкидывать. Слушай, а где у тебя проба? Какая проба? Ну, у тебя руки золотые, такую вещь сделала. Что есть. Второй ингредиент борща, я думаю, придется по вкусу прекрасной половине. Это добрый кот Леопольд, настоящий рыцарь до мозга костей, фронтмен современных бременских музыкантов, тульский трубадур, которому предстояло угадать слово, за которым находился его лоб. Девушек раздеть, к сожалению, наверное, большинство. Слишком умный. С Ярославом все понятно. А вот как обстоят дела с серым веществом у третьей участницы борща, ведущей программы «Блондинка хочет знать» Ольги Шереметьевой. Для справки, у нее машина под цвет волос. Или волосы под цвет машины. А в косметичке все по фэншую. Твои прогнозы, сколько слов за 3 минуты угадает Ольга Шереметьева? 10. 1. Она же блондинка. 36. 5. Вы не смотрите, что мы блондинки, мы все-таки умные, все-таки, да. Итак, господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Внимание, правила. Если Оля угадала, парень снимает одну вещь. Не угадала, а расстается сама. Страница номер 8. Бумажка, с которой пляшешь счастливый новосел. Оля, раздевайся. Аквариумная рыбка, чье название в переводе «крылатый лист». Я не знаю. Вопрос за вопросом, Оля со счетом 3-2 одержала победу в этом неравном бою. Ну, люди вообще просто психуют, когда предложение заканчивается не так, как они борщ. Саш, ну я просто считаю, что ты уником по построению предложений. Я думаю, что я вот сейчас расстроилась, что предложение не так закончилось, как я ожидала. Ты, главное, не расстраивайся, зато у вас блондинок в темноте лучше видно. Борщ, как ни вари, хорошая штука. О, с днем рождения! Happy birthday to you!
Смотри, не боишься сегодня, так, за happy birthday, что завтра помнить не будешь? Я все буду помнить, хорошо. День рождения – грустный праздник, но только не в этом случае. Клубу «Метро» исполнил 12 год. Нет, не лет, а именно год. Так что празднуем вместе. Какой подарок приготовил? Я? Да. Не знаю. Я приготовил зажигательные танцы, улыбки. Сережа, подтверди. Вот такой вот хитрый люд пошел. Мало того, что приходят на день рождения без подарков, так к тому же сами ждут сюрпризы от именинника. Саш. Да здесь я. Не нужно так кричать. Мы ждем прям не можем. Мы пришли ради этого только сюда. Да. Что не поют? Что-то такое страшное? Да не нужно никого звать. Все уже давно здесь. А это долгожданный подарок. Группа «Саш». Я забузка, небо, солнце. Я забузка, небо, звезды. Этому проекту уже 10 лет. В 2009-2010 годах их назвали самой эпатажной клубной группой. А сегодня «Саш» входит в топ-100 лучших проектов страны. Мы уже в туре, скажем так, года 3. В Москву приезжаем просто записаться, переодеться и дальше. Очень хочется, чтобы вы подошли вот прямо близко к нам, чтобы мы могли дотянуться. У меня рука метр, но максимум полтора. В эту праздничную ночь все было странно. Наверное, потому что группа «Саш» называет свою музыку странной. А если выключить музыку, то странность это останется? Да, в тексте, если их буквально разберете по полочкам. Песня звучит красиво, вроде все позитивно, но они всегда с плохим концом. Так, ну-ка отставить. Наш сюжет должен закончиться позитивно. Ну, как-то так. Опа-опа-опа! Отдыхаем хорошо! Ну вот, господа футболисты, учитесь. Целый матч без единой желтой карточки. Если кому надо, могу я автограф дать. Покажи язык. Смотри, он у меня тоже вроде такой же.